Всем привет, и сегодня я буду играть со своими друзьями в Майнкрафт, и это тот сервер, там где мы построили город. В прошлой серии я пошел в путешествие и хотел найти болото или джунгли. Вот такие высокие горы здесь, и тут тяжело передвигаться. Я наконец-то нашел джунгли. Я оставил лошадь здесь, на этом острове, пока я буду лутать джунгли. Мне нужно взять бобы, росточки дерева и еще хочу приручить попугая. Вот что произошло, когда я рубил дерево. Этот зомби, он начал гореть, и он меня ударил, поджог, и потом мою собаку поджог. И наконец-то я нашел здесь попугая. И этот попугай, он очень много съел семян и до сих пор не приручился. Вот я нашел новые семена, и наконец-таки этот попугай приручился. Сейчас я буду возвращаться домой. Я буду надеяться, то, что моя лошадь не убежала никуда. И моя лошадь никуда не убежала. Мне очень повезло, потому что она часто отдыхает. Сейчас бегу домой. Вот я прибежал в город и положил все свои вещи в сундук. После путешествия я сразу начал сажать какао-бобы. Также я начал сажать бамбуки, они пригодятся для строительства высоких зданий и небоскребов. Взяв свою лошадь, я опять пошел в путешествие. В путешествие я пошел, чтобы накопать песок. И вот я тут нашел песок, буду копать здесь. И я потерял свою лошадь, она просто взяла и ушла куда-то. Теперь у меня, скорее всего, не будет лошади. Сейчас.
сейчас я ее попробую найти. Я наконец-таки нашел свою лошадь. Я на этой лошади побежал в город. Когда я прибежал в город, я сразу же начал плавить этот песок. Давно этого я не делал, но я сейчас пойду и соберу урожай на своем огороде. Конечно, меня давно в городе не было, так-то долго, постоянно в путешествии. Собрав тыквы, я сразу же начал крафтить пироги. В итоге получилось даже больше 100 пирогов. И сразу же ставлю в кафе. А еще пополняю запасы тростника. У меня он просто уже начал заканчиваться. А еще собираю пшеницу. А кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!